Дорогие друзья, с вами ваш любимый Анджело. Дорогой Анджело. Оставьте лайк для нашей машиночки. Со мной мой друг Женя. Мы сегодня на PlayStation 3. Он обычно играет на компьютере. Ну, я ему дал свою самую дорогую машину. Как видите, это очень прикольная машина. Мы не смогли зайти в онлайн. Но ничего страшного, машина та же самая. Ничего бы не поменялось. И я ему поставил назначение в гараж заехать. И постараться ее не разбить. Просто мы уже вам выпустили несколько видео, где он машин уничтожил. Ну что ж, хорошего вам просмотра. О боже. Друзья, извините, просто у меня уже трясучка. Он ржет. Он просто не знает, сколько эта машина стоит. Осторожно. Напоминаю вам, что мы на GTA 5. Да, ночью с такой машиной в Лос-Сантос. Это просто что-то. Можно, если бы можно было встать так, big money, 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 раскидаться деньжищами. Это можно в стрип-клубе, конечно, сделать. Женя, не сделай так же, как ты тут прыгнул с нашей прошлой машины и просто ее тупо разорвала. Она взорвалась. И миллион... Нет, 1,5 миллиона баксов ушли далеко и надолго. Это же просто наш кубик превратился в раскаленный кусок железа. Он сейчас на шоссе. Он говорит сказать, что он новичок под... Нет, это просто правда. Потому что он на компьютере играет. Он к джойстику никогда не... Он его даже не видел раньше. Я ему до сих пор вбивал в его мозги, как там управлять машиной. Он мне уже куча всего наделал. Я имею в виду плохого. Хорошего ничего не может сделать. Досмотрите видео до конца, это эпично. Он уже едет как пьяный. Дорога раздвоилась, Женя. И вот первый разбитый фар уже есть. Оставьте лайк для моей машиночки, дорогой. Боже, моя дорогусечка. Как я тебя люблю, но его нет. Никогда не давать людям, которые играют на компьютере. А, он не разбил фар. А, он там пол машины просто тупо расцарапал, как тот тигр. Женя, туда. Женя. А, ну да, 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 да. Отлично. Отлично. Ну, давай, ты сможешь, Женя, ты сможешь. Мани, 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 мы уже в Лос-Сантосе, это заметно по домам, наверное. Он гоняет как сумасшедший. Чумачечая весна. Та-та-та-та-та. Мужик, я тебя сейчас оштрафую. Эй,
О, Фрэнклин тоже его послал. Отлично, Фрэнклин, супер. Вот так дальше держать. Вот вам перчик в дырочке. Вон там, видите, перчик в дырочке. Если это вам что-то напоминает. Вот. Такой прям пронизающий перчик. По-моему, их фирма так и называется, пронизающий перчик. Не помню уже. Походу, да. Наконец-то он уже почти доехал. Не забудьте ставить лайк для моей машины. Да, в чем прикол? Это клаксон нашей машины. Подождите, я звука подкручу, чтобы вам было лучше слышно. Он уже просто тупо испугался. Ты уже приехал, Женя. Можно я заеду? Никогда не доверяйте компьютерщикам. Что, спасибо всем, друзья. Оставляйте лайк. С вами был ваш дорогой Анджело. И... всем до свидания. Но... он говорит подождать. Что ты хочешь от меня? А! Это что такое? Это когда-то была нормальная машина. Посмотрим последствия после. Последствия? О, кстати, это машина его мамы. Это машина мамы Фрэнклина. Там Фрэнклин просто тупо ниже неё. Там еще кабриолет. Кабрио, то есть Бентли. Пожалуйста, оставьте отзыв о этой машине. По-моему, это говно. Нет, не верь. Не заходи в него, не заходи, ты что? Оставляйте лайк. Всем пока. Всем до свидания, всем пока. С вами был ваш дорогой Анджело. И до свидания.